Всем привет! Добро пожаловать на борт! Как вы уже догадались из названия видео, речь пойдет про воздуходувки. В нашем ассортименте представлены три модели. BSS 550R и 600R отличаются только мощностью, 550 и 620 соответственно. А модель BSS 18 Li аккумуляторная. Она немного уступает в мощности проводным собратьям, но возможность работать без проводов в определенных условиях будет незаменимым преимуществом. Итак, для чего же вообще нужна воздуходувка? Первое, что приходит на ум, это уборка листьев, но для этого подойдут большие садовые модели. А эти малыши не очень подходят для такой работы. Иногда воздуходувки применяют пчеловоды на пасеке. Но чаще всего, конечно, применяют в различных мастерских. Удобно сдувать опилки и стружку с рабочей поверхности. Однако основное применение – это очистка от пыли различного оборудования и компьютеров. Ведь альтернативой по эффективности, экономичности и безопасности для того самого оборудования просто нет. Почему? Ответ очевиден. Например, для очистки системного блока вы можете воспользоваться сжатым воздухом, но стоимость баллона примерно 500-600 рублей. И иногда оттуда вылетает не только воздух, но и жидкость. Воздушный компрессор тоже не идеальный вариант. Он дорого стоит, много весит и, несмотря на влагоотделитель, возможен выброс конденсата. А тонкая струя воздуха может просто навредить электронным компонентам. У воздуходувки нет этих проблем. Воздух на выходе всегда сухой. При этом она достаточно мощная, у нее широкое сопло. Именно поэтому она не сможет навредить электронным платам. Наши воздуходувки применяют не только в домашних условиях для очистки компьютеров от пыли, но и на промышленных объектах, например, в серверных. Поехали, покажу. На этом объекте установлено серверное оборудование, система контроля доступа, система оповещения и видеонаблюдения. Пока в здании идет ремонт помещений, на уже установленном оборудовании собирается много пыли. И вот как ее легко можно удалить. На подобных объектах, многие из которых используют наше оборудование, независимость от розетки в 220 вольт очень актуальна, так как на время строительных работ не всегда есть возможность подключиться в розетку. В таком случае спасает аккумуляторный прибор. Что ж, теперь мы все знаем о воздуходувках и об их применении. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Мы с радостью на них ответим. Всем удачи и пока!